Здравствуйте, приветствую вас на канале Полоса. У нас есть в Сибири. Да, насморк. Болею немножко, но работать надо. Опрыскать теплицу. И чищать с крыши стук. Есть женщины в русских селениях со спокойной важностью лиц, с красивою силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит. Пройдет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем подарит. Пройдет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем подарит. Такого сердечного смеха и песни, и пляски такой. За деньги не купишь утеха, твердят мужики меж собой. В игре ее конный не словит, в беде не срабеет, спасет. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Есть женщины в русских селениях со спокойной важностью лиц, с красивой силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит. Пройдет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем подарит. Пройдет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем подарит. Пройдет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем подарит. Практически все сделано. Пойдем сейчас в теплицу, посмотрим, что там. Спасибо моей клюшке. Селфи. Так, ну что у нас тут? Вот, смотрите. Очень радостно, что теплицы мои без снега. Грета, ну ты сегодня успокоишься или нет, моя хорошая? Ну что, ты успокоишься сегодня? Нет у меня? А, успокоишься? Нет? Дашь видео поснимать? Ну ладно, пошлите в теплицу, зайдем маленько, тут посветлело. Коробки для покупателей, с осени гортензии, которые я чистила, и грунт. Для будущих моих питоний. Как видите, он уже с агроперлитом. Отлично. Жду, когда я уже в него буду переваливать виолу, ампельную петунью. Потому что уже пора. Пора. Тепленький, хорошенький. Прям хоть сейчас. На новые квартиры. Ну и вот так у нас красота. Светло. Можно уже заезжать. И что немаловажно, сухо. Посмотрите, пока сухо, но тут будет потом вода стоять, конечно. А на улице у нас вот так вот снежно. Сугробы. Пойдем в другую теплицу. Опрыскиватель. Вот такие сугробы. Вот так, как показать-то? Ну вот так, нога моя и вот так. Так, ладненько. Ну, а вот эти поля меня всегда радуют. Сегодня у нас 17 марта. Про вербенку уже шорс сняла. Не удержалась. Ну, и не удержалась. И принесла сюда ампелечки свои петунью. Эти совсем им плохо. Опери. Ну, ничего. Да ничего. Все подрастут. Будут крепенькие, красивенькие. И безумно будут цвести. Что я вам обязательно покажу в мае. А сейчас желаю вам всего наилучшего. Не болейте.
себе желаю скорейшего выздоровления и всем, кто заболел. Здоровья, здоровья и до встречи на канале Мой Сад. Работа моя почти сделана.